Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что ж, забираем свои награды и посмотрим, где мы с вами находимся именно на арене. Так, мы находимся с вами в Лиге Сёгунов 2 звезды, а ранг у нас 91. Ну что же, давайте будем подниматься дальше выше по ступенькам. И первый, кто у нас будет, это... Так, Василиса или Марио? Ну, я думаю, что возьму, наверное, Марио. Да, давайте-ка подеремся, наверное, с ним. У нас с тобой есть 5 откатов, поэтому возьму Леонардо. Так, Рокзар, подожди пока. И будем отыгрывать, наверное, пока... 50 уровни, да. Именно с них и начнем. Ну что же, моя команда готова к бою. Надеюсь, сейчас Леонардо сделает все красиво, как обычно. Сейчас проверим. Ну-ка. Да, друзья мои, они все упали. Все с копом. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Я не знаю, какой у нас будет сейчас, по идее, ранг. Наверное, 75-й. Наверное. Ага, 73-й. Ну что же, значит, где-то нам нужно с тобой сделать боев 5, чтобы перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Это, в принципе, терпимо, но надо подбирать хороших противников. Но здесь у нас Киролос. Давайте-ка возьмем его. Леонардо опять забираем. И, как ты видишь, здесь уже 61 уровень есть, поэтому немножко опасно, конечно, брать полтиннички сюда. Но все равно я больше чем уверен, что Леонардо справится. Он обязан просто меня не подвести. Дай-ка проверим. Так, делает свою супервертушку. Опачки, сплинтер вышел. Так, тихонько, тут надо быть аккуратным, потому что у него есть контратака, мы это прекрасно знаем. Так, Майки первый бомбит и добивает сплинтера. Идеально. Кстати, многие спрашивают: Рэй, как поменять аватарки в играх? Ребят, я вам скажу одно. Если вы имеете аккаунт в Фейсбуке, да, то именно та аватарка, которая у вас находится на Фейсбуке, она будет находиться во всех ваших играх практически. Но единственное, что вы должны подключаться не только к Google Play, да, но еще и через Facebook. Так, друзья мои, ну что, у нас 56 ранг. Очень неплохо мы с собой продвигаемся, поэтому надо, как говорится, не сбрасывать темп. Спацимау. Да, возьмем его, потому что у него очень много кубков. Да что ж ты будешь делать? Теперь Рокзар у нас лезет все время, как говорится, во все щели. Мы его, конечно же, отстраняем и берем более-менее слабых противников, точнее, наших героев против вражеских противников. Против вражеских противников, что ляпнул? Ну вы поняли. Ладно, друзья, смотрим. Ага, ох ты, а здесь вот опасно. Наверное, я начну с Микеланджело. Ну-ка, Хан, не подведи. Шикарно. Так, а вот теперь, наверное, сделаем с тобой массовую атаку Шреддером. И я надеюсь... Ой, тихо-тихо-тихо. Ну-ка, крысиный король. Зергуд. Ну что же, мы победили врага и двигаемся с тобой дальше. Я думаю, что сейчас будет где-то 35-33 ранг. Хотя, наверное, 38 даже. Во, точно, ребят, 38. Ну что, три откатика у нас с тобой есть. Коля, Мамад и Ольга. Берем, конечно... Мамада, потому что, ну, 16-21, как говорится, кубков. Да что ж ты будешь делать. Но другая плохая весть, что у нас с тобой заканчиваются персонажи. А если не закончится, соответственно, мы с тобой будем закругляться в плане арены. Но сегодня у нас еще, я не знаю, может быть, два испытания сразу пройдем, или же одно. Посмотрим, как у нас пойдет. Так, Лео остался, да? И Бибоп. Кто-то мне написал: Рэй, ты неправильно говоришь Бибоп. И пишет: правильно нужно говорить Бибап. Я немножко был удивлен, с чего вдруг его стали звать Бибапом. С каких-то, как говорится, перепугов, ё-моё. Как он был Бибопом, так он и останется им. Ну что, друзья мои, мы двигаемся с вами дальше. И сейчас, наверное, будет где-то ранг 15, может быть, 18. Сейчас глянем. Опачки, 21. Хм. Значит, получается, еще два боя нужно сделать. И здесь мы берем Сашку. Берем Санька. Последние, кстати, у нас с тобой откатики идут, как говорится, в путь.
Но самое интересное, что мы с тобой отыграли все-таки практически все наши 51 и 50 уровни. Там еще один бой останется. Сейчас посмотрим, как Леонардо здесь зажжет танцпол. Опачки. Так, ну нам нужно с тобой Тихо, 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 не надо буянить, Майки. Блин. Да чтоб вас, а. Естественно, надо хиляться. И смотри, сколько, ребят, сейчас Леонардо будет ходить. Надо его попробовать уничтожить. Куда? Ё-моё, я сказал Леонардо. Блин, я забыл переключиться. Сейчас. Вот из-за такой, ребята, ошибки моей, невнимательности, как говорится, говорю об одном, а делаю совсем другое. Блин, я ведь хотел же. Ай, что уже, как говорится, руками махать после драки, да? В общем, Кирби, как всегда, слился. Но против такого удара, насколько мы знаем, да, у Леонардо это один из самых мощных ударов, не считая вертушки. То есть там выжить шансов не было. Тем более Кирби, который, вы знаете, и не боец, и не жилец, просто хиллер. Так, ну что, у нас с тобой выбор. Либо Бутаго забрать, либо Давиценна. И я, наверное, возьму Батагоза. Мне кажется, он более-менее слабый. Ну что, последний откат мы с тобой тратим. Рокзар, да успокойся, ты все лезешь, лезешь. И вот если бы я в том бою, вот, в котором Кирби потерял, взял бы вот эту команду, 100% у нас была бы победа. Победа, я имею в виду, без потерь персонажей. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут получится с тобой. Так, вертушка от Лео. Ага, выживает Роквелл и Рокстеди. Бросим баллончик. Опачки. А что-то кисло. Так, Роквелл упал. И, наверное, Тимати добивает нам Рокстеди, да. Ну, а дальше, друзья, остаются только лишь имбовые, как говорится, персонажи. Там можно даже и не думать, кого брать, чего брать. И даже бояться не стоит, потому что они всех разнесут. Ну, для меня показатель неплохой. Я все-таки вернулся в Лигу Сёгунов 3 звезды, 92-я позиция. Плюс еще где-то у нас с тобой будет 2 боя. Ух ты, Наташенька какая, смотри, милашка. Так, Галина и Марио. Опять Марио здесь. Ну, я возьму, наверное, Наташку, так уж и быть. Ой, у меня же нету откатов. Ну что, тогда я сделаю так. Возьму Усаги. Сюда же мы с тобой возьмем. Раз, два, три. Стоит нам брать слабых или нет? Ну, нет, наверное, не будем, ребят, будем отыгрывать вот этих вот героев. В принципе, волноваться, я тоже думаю, здесь не стоит. А мы сейчас с тобой сделаем вот так вот массовую атаку от Усаги. Он должен их наказать хорошенько. Ё-моё, на всех висит постепенный урон. Единственное, что может выжить Рокстеди, но это тоже вряд ли, потому что Пауку сейчас вот что делает, а Змея Карай добивает. Нормуль, нормуль, не поспоришь. Ну что ж, двигаемся с тобой дальше. И нам где-то нужно дойти до полтинничка. Но у нас мало героев, поэтому где-то боя два еще. А это от силы. Это от силы. Так, ну здесь берем... О, Наталья, ну смотри-ка, а? Вот, видимо, ей понравилось. Она, видишь, все время выходит ко мне. Раз, два, три, четыре. И возьму-ка я сюда, наверное... А смотри-ка, 65-й, 67-й уровень, ё-моё, тут надо, друзья мои, уже конкретно выбирать команду. Слушай, ну, в принципе, Армагон, да, плюс Рафаэль. Рафаэль, главное, чтобы встал в провокацию, и все будет хорошо, да, Наташа? А ну-ка, давай проверим, бросаем сюрики от змеи Карай, а от обычной Карай, конечно же. Так, у нас тут иммунитет повесили. Ой-ой-ой, сильный удар. Так, ну мы выживаем. Так, теперь пробуем с вами бросить валун от Армагона. Опачки. Какие будут наши дальше действия? Из этих ребят самый, блин, вот Рафаэль опасен, Роквелл. Этот, я больше чем уверен, уходит в инвиз. Кстати, один из подписчиков спросил: Рэй, почему он уходит в инвиз? Друзья мои, я не знаю, почему он уходит в инвиз. По идее, у него есть боевые навыки, да, где он может мне ударить, но почему-то всегда у него первый ход именно с инвиза. Очень редко, когда он ударяет. Поэтому я, наверное, возьму Рокзара. Рафаэля, попробуем его шваркнуть. Теперь желательно бы нам... Слушай, я возьму провокацию.
Я надеюсь, Роквелл не будет применять свою массовую атаку. Если, конечно, он еще и успеет к этому времени. Так, минус двоечка. Нет, он просто делает защиту. Даже нет, даже не защиту. Он захотел атаковать Рафаэля, но у него ничего не получилось. Видишь, вот здесь вот Микеланджело не стал уходить в невидимость, он стал атаковать. И, в принципе, это правильно. Ну, а мы с тобой перемещаемся, наверное, где-то позиция 58-я, наверное. Да что ж такое, не угадываю, ребят, 61-я. И у нас, судя по всему, будет последний сейчас бой. Возьму я, наверное, Space Mao. Да, возьму именно его. Раз, два, три, четыре, пять. И получается у нас опять же Бакстер Стокман. Одиночка. А если мы это дело с тобой разбавим? Я, например, сделаю так. Рокзара оставлю. Так, провокатора у нас с тобой нету. Мы сделаем вот так вот. Возьмем Зека. Возьмем Железную Голову и вот этих вот 45-х уровней. Единственное, конечно, тут от Микеланджело мало пользы. Единственное, что мы можем сделать, это уклонение, которое вряд ли поможет именно Алапексу и... кому? И Микеланджело. Вот это да. Скорее всего, их сейчас шваркнут. Так, ну что, бросаем бомбочку, смотрим результат. Тут еще, видишь, у него есть кто? Кролики. Есть Леонардо. И... причем они все готовы уже сходить, а мы... сходим. Я не знаю, кто вот быстрее. Они сходят или у меня Железноголовый все-таки успеет сделать провокацию? Вот как ты думаешь? Мне кажется, я не успею. Хотя, друзья мои, очень даже классно. Теперь вот думай, что нам сделать. Либо бомбануть, либо встать в провокацию. Я, наверное, возьму провокацию все-таки. Вот таким вот образом. Дальше мы с тобой, наверное, усилим нашу команду на атаку. Угу. Так, этот вешает на себе иммунитет. Точнее, не на себя, а на всю команду. Так, Лео делает отхил. Это правильно. Так, кролики у нас бьют. Ага. Так, теперь мы с тобой, наверное... видишь, в принципе, все уклонились, кроме Алапекс. И я прекрасно знаю, что если Леонардо начнет делать свою массовую атаку с сюрикенами, Алапекс может упасть. Ну что же, давай попробуем выбить Донателло из колеи. Ой, там же иммунитет, зачем я, друзья мои, применял? Ай-яй-яй, зря только потратил удар. Так, бросает Сай Рафаэль, опять же промахивается. А я хочу все-таки ушатать Донателло. У меня, получается, кролики сейчас будут, да, у нас ходить? Хотя нет. Это не факт. Ладно, попробуем их немножечко помурыжить. Слабо. Так, теперь делаем массовую атаку. Минус кролики. Так, теперь нам нужно с тобой, скорее всего, уничтожить Леонардо. Дальше Рафаэля. Пробьем мы его или нет? Не пробили, но этот Микеланджело, конечно же, ничего не сделает. Уничтожаем. И остается Бибоп. Ну, Бибоп, я думаю, Железноголовый все-таки накажет. Ай-яй-яй. Так. Да чтоб тебе, ну ё-моё, ну, друзья мои, опять потеряли мы с вами Алапекс. Ну, как всегда, я протянул резину, у Железноголового упала, как говорится, пропала провокация. И поэтому, конечно же, Бибоп сделал решающий выстрел. Но мне главное дойти до 50-го места, я практически уже здесь нахожусь. А вот теперь у нас будет с тобой последний заключительный бой. Выберем мы с тобой здесь принцессу Лола. Я что-то думал, что Лора. Так, вот здесь троих возьмем, да? И к этой команде припишем Донателло Космос и Леонардо. Ну что, друзья мои, тут все предельно ясно. Рокзар встает в провокацию. Донателло будет делать массовые атаки с сюрикеном. Ну и, естественно, Бакстер Стокман будет выпускать свою, опачки, смертоносную волну. Вот так это все будет происходить. Так, постепенно урон повесился только лишь на троих. Это меня не радует. Да что ж ты будешь делать? Так, этот Лео упал. Так, Рафаэль выпендривается. Так, Бибоп стреляет. Ага, Сплинтер делает баф. Так, ну что, я думаю, нам, наверное, нужно с тобой немножечко
Бибопа наказать. Правда, от этого Донателло Космоса мало толку, но все равно у него получилось кое-что сделать. Отнял немножко здоровья. А вот этот Лео, да, конечно, слабоват будет. Ну что, выпускаем маузеров и все. И здесь победа уже будет за нами. Да, друзья мои. Ну что, арена, в принципе, неплохо. За все бои я потерял двух персонажей. Это где-то минус 10 кубков, по большому счету. Ну, не стоит расстраиваться, потому что мы с тобой находимся на 36-й позиции. То есть мы уже добрались до Лиги Мастеров практически. Ну что, а теперь мы переходим с тобой... Так, я жетоны, по-моему, собрал, да? Собрал. Ну, кроме вот этого, я последний матч не могу выиграть. Не дается мне победить. Так, а мы идем с тобой на испытание. И, наверное, начнем... Ну, давай сцены насилия, так уж и быть. У нас тут кто будет? О, оригиналы. В принципе, они мне нужны. Так, а подожди-ка, а здесь случайно у нас не этот ли? Босс-крикун, как всегда. По-моему, он. Да? Который вылетает у нас. Надеюсь, у нас все здесь пройдет идеально, без всяких вылетов и критов. Ну что, поехали. Тут можно поставить автобой, друзья мои, потому что, ну, первый, второй, третий, четвертый, пятый эпизод как минимум проходим на одном дыхании. Можно было бы даже это и не снимать, а просто уже, как говорится, вырезать и оставить чисто вот эти вот бои последние. Ну, мы снимаем с вами все, так уж и быть. Так, ну что, добили. Переходим с собой на третью волну. И здесь у нас Донателло и Леонардо оригинал. Естественно, они все получают по заслугам и все падают. Это был 10 уровень врагов. Сейчас переходим уже, где будет 20 уровень. И мы с тобой получаем ДНК на Кейси Джонса. Ну давай, 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 не томи. Кейси Джонс. Дальше у нас идет ДНК на Донателло. Поехали. Тут опять же ничего страшного нету. Друзья мои, все противники 20 уровня. И мои герои, естественно, здесь разберутся с ними с полтычка. Оу, у них же вот этот есть, да? Отложенная смерть. У этого почему-то не сработало. И у этого. Странно. Иногда срабатывает, а иногда нет. Так, вот ненавижу маузеров. Тут-то ладно, они еще маленькие 20 уровня. Но когда они будут 70-го... Каждый крикнет, пухнет, и, соответственно, у тебя уже мало жизни, да еще и плюс они вешают дебаф всевозможные. Или, наоборот, бафы на свою команду. Пока все идеально, как ты видишь, у нас проходит. Этот маузер падает, и этого мы тоже уничтожаем. Все. Ну что же, ДНК на Донателло, хоть он у нас и прокачанный, да? То есть ДНК на него нам не нужны, но все равно нам можно их будет потом... разобрать на составляющие. Кстати, я хочу зайти в магазин. Опачки, это мы удачно с тобой зашли. Смотри-ка, у нас есть ДНК на Рокстеди, 5 штук, и я с удовольствием их приобретаю. Ну, а Тимати у нас с тобой полностью прокачан. Так, 51 монета. Мы с тобой, не забывай, копим на Донателло оригинала. Так что пока нам с тобой не хватает. А по жетонам, да, тоже все очень кисло. Мы с тобой будем, наверное, собирать на Рафаэля. И для этого нам нужно с тобой 11 ДНК и 610 жетонов. Поэтому пока тоже еще сюда рановато нам лезть. Ну что же, продолжаем сцены насилия. Рафаэль, это третий эпизод. 30 и 35 уровни здесь противники. Так что опять же все пойдет на изи. Ну давайте, орлы мои. Я поставил их на автобой, чтобы они как можно быстрее с ними справились. Вот, видишь? Не погиб он. По идее, должен был, да, с одного удара, но не тут-то было. Так, этот маузер вообще промазал по нам. И перебираемся с тобой на вторую волну. Так, здесь два кланфутовца. Ну и, как обычно, маленькие-маленькие маузеры. Так, ушатали. Готов, парень. Последняя, третья волна. И тут у нас кто? Угу, Рафаэль и Микеланджело оригинальные. Минус. Так, этот падает. И добиваем маузера. Все. Легче простого, согласись. И мне это нравится. Ну, мы с тобой переходим дальше. Начнется самое интересное, когда будем уже зарабатывать с вами оригинальных черепашек. Так, это у нас Микеланджело. А вот уже с эпизода 5 начинается, ну, то, что нужно. Эти персонажи, начиная с 5 эпизода, мне нужны. То есть ДНК на них.
Так, ну что, друзья мои, тут у нас клан футовцы. Опять у них вот эта вот отложенная смерть. Я не понимаю, как они это делают. Есть ли у меня такая же способность или нет, а? Чтобы я не туши падал сразу, а вот была возможность еще выжить. Так, тут уже, как мы видим, 4 волны. Я на второй в данный момент. И 4 клан футовца. Вот ты видел? Вот этого мы сразу завалили. С этим почему-то мы помурыжились. Здесь понятно тоже, ребят, помурыжились. И вот здесь вот. Как это работает, я ума не приложу. Переходим с тобой на предпоследнюю волну. И здесь у нас Леонардо и Донателло оригиналы. Один клан футовец был и два маузера. Ну, как ты понимаешь, им не повезло сейчас. Так, и добили. А что у нас сейчас, босс будет? А, да, смотрите-ка, друзья мои, первый босс. Вот этот гигантский маузер. Бац, и все, его больше нету. Вот так бы нам с тобой победить предпоследнего босса, да? Было бы великолепно, чтобы он даже не успел гаркнуть на нас. Ну, а мы двигаемся с тобой дальше. Так. Вот оно самое интересное. И первый у нас будет Микеланджело оригинал. Как ты видишь, тут противник 55 уровня. Пока еще все терпимо, но вот на последних, наверное, уровнях нам придется с тобой немножко попыхтеть. Может быть, даже перейти в ручной режим. И еще раз повторю, ребят, если все пойдет хорошо, мы сразу пройдем с вами второе испытание. Так, ушатали. Двигаемся дальше. Так, ну, тут, грубо говоря, обычные мобы, да? Оу, молодец, Донни, красавчик. Сделал массовую атаку сюриками. Ну-ка, дай-ка я, наверное, так же сделаю. Кто-то мне говорил, Рей, сделай массовые атаки, чтобы это все дело не смотреть. Конечно, будем делать массовые атаки, но только на последней волне. Так, тихо, тихо. Ну-ка, бомбанем. Нет, не получилось. Так, теперь добиваем. И массовых атак-то у нас, кстати, в этой команде не так уж и много. Всего 3. От Леонардо, от Железной Головы и от Донателло. Так, что у нас тут? Вот здесь можно, например, спокойно сделать массовую атаку. С превеликим удовольствием, чтобы здесь долго не мурыжиться. Опа. Выжили. Ты понял? Черепашки упали, а какие-то замызганные кланфутовцы выжили. Ну, потому что, опять же, у них, говорю, отложенная смерть была. Ну что, мы с тобой переходим на следующий эпизод. Естественно, мы зарабатываем свой ДНК на Микеланджело оригинал. И у нас следующий идет Рафаэль. Так, 65-й уже уровень, так что расслабляться не стоит. Так, два кланфутовца плюс маузер. Ну, давай начнем. Так, двойная атака, да, отлично. Значит, мы с тобой добиваем. Опа, не добили. Так, уничтожай твой клан футовца. Дальше, наверное, нам шваркнуть надо маузера. Ну, из-за этого хламона нужно взяться. Так, добьешь? Нет. А так? Да. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас, опять же, клан футовцы, да, и маузеры. Маузер минус. Так, не получится, да, по ходу дела его? Ну, я так и думал. Давай сюриками бомбанем по ним. Ё-моё, чё уж тут. Так, добьёшь ты его? Да что ж ты будешь делать, а? Не получается. Так, он упал. Маузер тоже валяется. И переходим с собой на третью, предпоследнюю волну. Смотрим, кто у нас тут. Так, Рафаэль, Майки. Ну и, как ты видишь, Донателло. Давай-ка вертушку сделаем. Всех сразу. Неужели босс? Угу, Бассера. Ну что же, поехали, начинаем вешать на него всякие дебафы, всякие постепенные уроны. Так, давай, Донни. Отлично, так, бомбанем ракетами. Так, ну, половину хп отняли. Так, ничего не вылетело, значит, не на этом боссе у нас. После вот этого, скорее всего, у нас будет с тобой каточка. И вот именно там Бассера будет глючить. Поэтому все свои суперудары оставляем именно для него. Так, ну что, Рафаэль оригинал у нас в кармане, и мы с тобой переходим на Донателло. Донателло тоже мне нужен. Один из подписчиков сделал такой вывод, что он сказал, что самые лучшие и самые красивые — это черепашки-оригиналы. Кто с этим согласен, ребята,
ставьте лайк. А кто не согласен, не ставьте дизлайк. Потому что мне кажется, что каждая черепашка по-своему индивидуальна и красива. Хоть фильм, хоть видение, хоть что. Они неповторимы. Так, ну-ка добьем с тобой. Отлично. Давай попробуем этого промурыжить. Так, ну что, началось, да? Рычание, крики, бафы, дебафы и так далее. Почему у них такая мощная инициатива, а? Они же всего 70 уровня. Так, тихо. Кланфутовец упал. Так, добили. Донателло добивает. И последнего. Ну что, третья волна, это еще не босс. Так что супер удары, ребят, с вами экономим, бережем. Так, попробуем. Ну, почти получилось. Можно было бы, кстати, и уклонение поставить, да, Микеланджелом. Ну ладно, фиг с ним, пускай будет так. Хотя, опасно. Опасно, друзья мои. Так, а вот это вот я терпеть не могу. Он взял все-таки оскорбление, да, и уклонение. Опачки. Ничего себе ты, парень, раздухарился. Провокацию возьму, да, наверное. Да, я возьму провокацию здесь. Ну и поехали. Можно было, кстати, еще защиту немножко себе повысить. Ну вот они, начались эти промахи, а. Ну-ка, Лео, выруби его. Не вышло, да? Так, бросает бомбочку к нам. Слушай, пора хиляться. Донателло-то уже, ребят, смотрите. Критичная у него точка ХП. Так, ну что, давай. Кто у нас там хиллер-то? Да вот, тот же самый Микеланджело. Залечивает команду. Это приятно. Так, и нам нужно уничтожить Рафаэля. Все, друзья мои, переходим на босса. Сразу же начинаем со своих массовых сильных самых ударов. Будем надеяться, что с первой попытки у нас с тобой все получится. Так, отлично. Уклонение я, наверное, ставить не буду. Будем с вами бомбить. Будем его атаковать без остановки просто-напросто. Лео делает свой козырный удар. Неплохо, неплохо отнимает здоровье. Отлично, остается только лишь добить, по идее. Может быть, даже повесим постепенный урон. Нет. И это плохо. Донни, сможешь добить его? Нет, друзья мои, что за дела? А так, если... Да что, какое мимо-то? Фу, Майки, ты меня спас, ё-моё, ты меня спас. По крайней мере, нам не пришлось переигрывать опять этот уровень, и босса мы с тобой завалили. Ну, а последний босс, насколько я помню, он не глючит, его можно будет спокойно бомбить, не опасаясь. Да, это у нас Леонардо. Ну что, друзья мои, поехали. Я, кстати, посмотрел, сколько у нас с тобой осталось сыра, всего лишь 33. Мы не сможем с тобой до конца пройти последний эпизод. Точнее, даже не эпизод, а новое испытание. Хотя, насколько я помню, мне там дали слабых персонажей. Да какие же они противные, эти маузеры. Смотри, а. Просто противно, раздражает меня. Давай, нет, не буду я тратить вертушку на них. Мы уже их так спокойненько здесь должны будем добить. Вот Донателло надо было сейчас применять массовую атаку. Так, нужно хильнуться, что ли, нам, нет? Пока еще вроде терпимо. Давай уже добьем этого мелкого маузера. Так. Горлопаны, а. Все кричат, все кричат. Так, минус еще один маузер. Так, Майки, добей его, пожалуйста, а. Фух, красавчик. Так, переходим с тобой на вторую волну. Так и хочется сделать массовую атаку. Угу. Слушай, ну Донателло неплохо бомбит. Вот я представляю, ребят, если ему прокачать до 7 ступени, да, последний скилл, или хотя бы ему уровень поднять до 95-го. Согласись, атака сразу в разы усилится. Все, вот теперь, по-моему, нам нужно с тобой немножечко захилиться, да? Это делает у нас, как всегда, Микеланджело. Отлично, и мы будем продолжать добивать этих охламонов. Так, пробьем. Как ты меня достал, а, вот с этой своей фигней. Так, тебя тоже убираем. И остаются два маузера. Раз. И
32. Переходим с тобой на третью волну. И здесь уже будут, наверное, оригиналы стоять, да? Да, все четверо. Без всяких, друзья мои, без фанатизма будем просто бомбить. Так, я сделаю, наверное... Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, вот это я, по-моему, зря, я с горячухи это сделал. Так, уклонение тогда сразу же с тобой влепим. Я же помню, что они начинают бомбить моего Рафаэля и разбирают при всем этом. Так, уклонение не срабатывает, но, по крайней мере, урон минимальный. Да что ж ты будешь делать? Донателло не... Нет, только не это... Твою ж налево взял он все-таки, ребят, провокацию. Ну что, придется применять тогда массовую атаку. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, Раф. Смотри, что делает. Ты посмотри, сколько он хп отнял Микеланджело. Многовато, очень много. Да хорош, еще и бомбочку свою пуляет. Железноголовый вообще в критической ситуации находится, потому что у него очень мало здоровья было. Так, Рафаэль пока держит позиции. Давай вот так вот сделаем с тобой. Силу атаки повысим к нашей команде. Так, Рафаэль, ушатай его. Отлично. Я сделаю еще дополнительную защиту на нас. Плюс массовая атака от Железноголового. Слушай, ну Рафаэль в провокации, по-моему, дольше всех стоит. Я смотрю, да, уже какой там третий ход или четвертый, и он все стоит и стоит. Иммунитет, нафиг он тебе нужен-то, этот иммунитет? Думаешь, он тебя спасет, что ли? Ага. Не добили, а сейчас готов. И остается у нас только лишь Микеланджело оригинал, по которому фиг попадешь, да? Так, а если вот пробивным? Так, тихо, замедлил. Слушай, а мне надо бы хильнуться было бы. Так, ну вот, вот у нас Маузер. Давай с тобой делаем отхил в первую очередь. Ага, и погнали. Отлично. Железноголовый, держись. Попробуем повесить постепенно урон. Нет, мимо, к сожалению. Так, сюрики. Мимо? Оу, подожди-ка, если я сделаю уклонение, может быть, он тоже будет мазать. А было бы, друзья мои, справедливо, на самом деле, если бы он... Например, не просто атаковал, а выпускал таких же маленьких маузеров, да? Было бы, конечно, немножко сложно его победить, но было бы зато интересно. Как будто это как бы предводитель всех маузеров. А ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри. Лупим. Вот, наконец-то. Думаю, что за дела такие? Сколько мы по нему уже атак провели, а он все стоит и стоит. Ну что, я поздравляю нас с прохождением первого испытания. Все четко, кстати, друзья мои, мы здесь можем с вами пофармить, по факту. У нас с тобой есть $870, и, наверное, нам нужно с тобой купить. Я, если честно, я бы с удовольствием лучше бы купил бы 250 телепортов. Но для этого нужно накопить 1050 долларов. Слушай, давай, наверное, мы не будем пока ничего делать. Накопим, это буквально, ну сколько там? 23 часа где-то нам понадобится, ну сутки, грубо говоря, да? Потому что мы зарабатываем с тобой по сколько там, по $200. Сейчас мы посмотрим с тобой, сколько мы за Лигу Сёгунов можем получить. Лига Сёгунов, 3 звезды. $90, да? $90. Это будет 960, блин, маловато. 960, но если я еще подымусь немножечко. Да. Где-то сутки нам придется подождать. Но зато 250, друзья мои. Не 100, не 10, не 50, а 250. Я, наверное, все-таки потерплю. Так, ну что, мы с тобой переходим на следующее испытание, да. Это у нас городская война, тени на солнце. И здесь мы будем зарабатывать с вами таких персонажей, как Эйприл Кунаичи, Лисичка Алапекс, Шинигами, ведьмочка, и, конечно же, Сплинтер. Но до Сплинтера и Шинигами вряд ли мы сегодня дойдем. Во-первых, у нас, наверное, не хватит с тобой сыра, это во-первых. А во-вторых, у меня команда здесь, конечно, ну, оставляет желать лучшего, сам видишь, да, 60 уровни. Ну, надеюсь, хотя бы, чтобы Алапекс мы с тобой могли получить. Это тоже будет неплохо, потому что на нее ДНК только лишь вот в этом испытании и в магазине. Больше ты их нигде не найдешь. Нет, конечно, может быть, в каких-то еще паках можно получить. Но эти паки, как ты понимаешь, за донат.
А я не собираюсь вкладывать в эту игру, извини меня, 2 года потрачено, а потом начать донатить в нее. Или, как многие говорят, Рэй, скачай взломку и играй. Друзья мои, если бы, ну, если бы я вот хотел бы, да, играть во взломку, я бы не стал бы заморачиваться вообще с этой игрой. Просто бы скачал бы, прошел бы ее там. А что там проходить, если у тебя взломка, у тебя там денег куры не клюют, естественно, все прокачал, всех приобрел. Ну и смысл. Не знаю, ребят, мне вот больше нравится, когда вот так вот своими силами. И я всегда вот ребятам говорю, и многим не советую донатить, потому что сегодня ты играешь в эту игру, через неделю ты же не играешь, денег тебе никто за это не вернет, который ты вложил сюда. Так что не вижу смысла. Лучше своими силами. Да, иногда приходится очень, ребята, тяжело. Я в свое время, как вспомню, Hustle Castle, там, ну, без доната, ну, вообще нельзя было играть. Я очень-очень сильно старался все своими силами сделать, но у меня не получилось. И результат какой? То, что я оказался на самом дне. Меня могли там бомбить все, кому не лень. На арене я ничего сделать не мог. Но и в то же время я не хотел вкладывать туда деньги. Почему я, в принципе, и ушел? Там игра стала полностью донатная. Хотя недавно на днях я туда заходил. Там очень много всяких обновлений, очень много чего туда добавили. Многие ребята просили меня вернуться, особенно те, которые у меня там в друзьях, которые мне отсылают подарки. Я тоже взамен отправляю подарки. Не знаю. Посмотрел, там на меня атакуют замок по 7, по 8 миллионов мощей, а у меня там в данный момент 2 миллиона 300, если не ошибаюсь. Ну, представляешь, какая разница, насколько игра скаканула вперед. И как бы очень тяжело туда возвращаться. Да я думаю, наверное, и не стоит. Ну что же, друзья мои, как видите, у нас еще одна очередная победа, и это еще не конец, потому что мы с тобой двигаемся дальше. Единственное, что хотелось бы посмотреть, сколько у нас с тобой остается сыра. 12, а следующий поединок у нас берет 6 сыра, и, наверное, следующий тоже 6, поэтому, как ты понимаешь, это испытание мы с тобой полностью сегодня, именно за сегодняшнюю серию, не пройдем. Но ничего страшного. У меня наступили выходные, друзья мои, так что все впереди. Сегодня, конечно, очень неприятная вещь случилась. Я пришел с работы, решил пожарить курицу, да, решил пожарить курицу в духовочке. Ну, все, замариновал, положил и решил немножечко отдохнуть. Ну, я не собирался засыпать, я просто полежать. И, ребята, я вырубился. Проснулся от ужасного кошмарного сна. Что-то мне там снилось. Я открываю глаза, все в дыму. Я не могу понять, что происходит. И потом как осенило. Господи, у меня же курица там лежит в духовке. Я прибежал, она там выгорела вся. В квартире дымовал. Все пропахло, вся одежда пропахла с дымом. В общем, я очень расстроен, потому что я и противень заколебался очищать. И сама, как говорится, плита там почернела, пригорела. И курица сгорела моя, там просто угли остались одни. Да, называется перекусил. Вот что значит после работы, как говорится, прийти уставшим и начинать готовить. Не надо было просто мне прикладываться, но я не ожидал, что я вырублюсь. Серьезно говорю. Так что, друзья мои, вот такие вот дела. Ой, надышался этого дыма до усрачки, если честно. Аж до сих пор немножко... Как говорится, голова шумит и легкие побаливают. Какое-то неприятное ощущение. Так что, ребят, всегда готовите, никогда не ложитесь спать. Даже не то, что спать, а просто не расслабляйтесь. Не ложитесь на диванчик. Как говорится, не ставьте там релаксирующую музыку или еще что-нибудь, да, или какую-нибудь там нудную передачу, которая вас просто может закатить в сон. Так, ну что, это у нас с тобой получается последний бой, да? Последний бой. И мы с тобой переходим на последний поединок. Ну, сами понимаете, друзья мои, они всех вырубят сейчас. Так, тигриный коготь. Рахзарчик добивает. Так, почему, интересно? Вот не могу никак понять. Бакстер Стокман 80 уровня не мог уничтожить Сплинтера 55. Ну, в принципе, здесь они какие-то все, да? Немножко слабенькие, вот кажется. А знаешь почему? Потому что у них фуловая прокачка. Несмотря на то, что он 55 уровня, у него все прокачано, все скиллы и все тому подобное. По полной программе, именно для 55 уровня. Ну что, друзья мои, мы с вами хотя бы заработали April Kunage, это тоже приятно. Как ты понимаешь, у нас с тобой сыр закончился, да, полностью.
Так, что у нас там по... Где у нас? По Донателло. Мы, не забывай, качаем ему навыки, скиллы. И мы остановились вот здесь, да? Значит, нам остается с тобой найти 6 ячеек рэнгов и 4... Точнее, не 4, а 14 наушников. Так, ну что, попробуем, наверное... Да что ты будешь делать? Попробуем с тобой, наверное, вот здесь вот найти еще немножко... Так, микроскоп. Мне нужны ячейки крэнгов, силовые, конечно же. Да ладно. Блин, я так свои... Вот она, силовая ячейка крэнгов. Я свои откаты так трачу. И это плохо. Ладно, ребят, не буду я искать, потому что нам нужно будет потом на следующей игре проходить испытания, чтобы заработать себе 5 откатов. А ты сам понимаешь, там нужно 10 боев в обычном режиме пройти, да? И 3 в сложном. Ну, а это испытание мы с тобой, естественно, пройдем, но уже в следующей серии. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.